Вот так, перебежками, внимательно глядя по сторонам, жители Кубинки попадают из одной части города в другую. Можайское шоссе разделяет его на две половины, так что маршрут довольно востребованный. Только преодолевать его стало непросто. Светофор на пересечении Можайского и Наро-Фоминского шоссе не работает уже несколько дней. По словам местных жителей, они переходят дорогу на свой страх и риск. По правилам дорожного движения, как только человек вступает на так называемую зебру, машины должны остановиться. Попробуем перейти дорогу. Дорогу мы, конечно, перешли, но это достаточно страшно. Движение на трассе оживленное. Автомобили и тяжелые фуры идут непрекращающимся потоком, порой даже не притормаживая. 4 дня назад отключился светофор, и переходить дорогу очень опасно, потому что движение. Оттуда машины едут туда, туда поворачивают, те туда, те сюда. Тут просто движение такое, особенно в пятницу, субботу, воскресенье. Дорожно-транспортная обстановка на этом перекрестке обостряется на выходных. Людей, как и автомобилей, становится заметно больше. Не просто и в темное время суток, когда пешеходов практически не видно. Прошу молодых людей, чтобы они останавливали, чтобы можно было перейти. Вот. Потому что бежать – это упасть и все, и не подняться. Не работают не только светофоры, но и фонари. Проезжую часть чисто не назовешь. За порядком здесь должен следить автодор. О сложившейся ситуации там знают, но комментировать ее не готовы. Поэтому жителям не стоит терять бдительность и надежду, что скоро этот перекресток станет, как и раньше, регулируемым. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».